дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию вручения дипломов. Слово предоставляется начальнику учебного отдела Светлане Васильевне Ярушиной. Я приношу извинения за те, возможно, неудобства, которые были связаны с вашими последними днями обучения в университете. Но это не от нас зависит. Надеюсь, что вы достойно прошли все испытания. Поздравляю вас, желаю успехов, удачи и всего самого доброго. Хочу поблагодарить своих преподавателей, любимый факультет ЮРГУ в городе Миасе и, конечно же, своих родителей. Спасибо вам большое. Я выражаю огромную благодарность своим преподавателям, наверное, лучший преподаватель геологии в мире. Также выражаю большую благодарность своей группе и, наверное, то есть, ну, заслуга красного диплома – это заслуга всей группы, а не только меня одного. Всем спасибо. Уважаемые преподаватели, я желаю вам постоянного движения в верном направлении, высокого сопротивления всем ненастьям и великой силы. Пусть ваши победы стремятся к бесконечности, а неудачи и проблемы стремятся к нулю. Спасибо вам за все. Всего вам наилучшего.